Видеообзор на детское платье облако красного цвета. Это платье сейчас без подъюбника. Вообще-то оно одевается и для фотосессий, и для... В принципе, носить его можно именно с кольцами, с подъюбником. Видео с подъюбником будет отдельно этого платья. То есть вы можете посмотреть, какое оно без подъюбника. Конечно, ребенку удобнее без подъюбника платье носить, бегать там, резвиться в нем и радовать родителей и гостей. Вот здесь есть такой пояс, он съемный, он развязывается. Здесь украшения у нас пинки. Сейчас я вам покажу. Здесь корсетик. На корсетике. Такая юбочка. Ну, пояс здесь развязывается, он завязанный сейчас, в принципе, вы все это видите. Стразы здесь пришивные и клеевые. Такое красивое нарядное платье облачко. Можете заказывать и радовать себя и своего ребенка. Ссылку на сайт смотрите в описании, либо пишите в комментариях, если вы хотите посмотреть платье другого цвета. Смотрите другие видеообзоры, там есть платье, обзорное платье облака синего цвета. И в скором времени будет обзор на платье белого цвета и на платье пудра с подкладом Ivory. Подписывайтесь на канал, не пропустите другие видео.